Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 86 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать нетуристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. В прошлом выпуске мы начали отмечать день рождения нашего друга Хеманта у него дома. Так как в Индии во многих ресторанах запрещен алкоголь, поэтому мужчины немного выпили, а потом мы уже поехали в ресторан на ужин. Ну и, конечно же, приглашаем вас. Так что присаживайтесь с нами за столик. Будем рады гостям. К большому сожалению, приходится отключать звук, так как играет музыка, и вы не слышите этого приятного журчания фонтанчиков. Днем у нас уже жарко, до 35 градусов, но вечером нормально, вот хорошо, вот такая приятная прохлада даже. Поэтому мы решили сесть на улице. Вот выбираем тут столик. Вон там можно сидеть внутри тоже, там есть кондиционер, все, но я и говорю, что вот внутри пусто, никого нет, и мы решили все-таки на улице сидеть. Тут более такая приятная обстановка. Посмотрите, какой красивый камыш. Вот такая довольно большая территория этого кафе. Вот, конечно, летом тут будет очень жарко. Наверное, тут вряд ли будут сидеть по ночам люди. Ну, тут вообще поздно начинается. Мы вот приехали, наверное, уже 10 час. Ландшафтный дизайнер тут постарался. Очень такая приятная обстановка. Тем более, это не так давно открылся этот ресторан. Еще не очень успело все вырасти. Зелень, но все равно очень красиво. Вот тут можно на таких, как на островках, сидеть. Видите, там столы стоят. Сейчас я подойду. Правда, там неудобно. Люди сидят вон там. Ну, ничего. Я папарацци. Хочу вам все показать. Ну вот, опять приходится отключать. Опять музыку включили. Я опять отключаюсь. И буду вам озвучивать уже без музыки. Вот, я подошла. Видите, вот такие, я же говорю, как островки. И на каждом островке вот такой вот фонтанчик и как бы водопад. Номер.
вот такие. Можно вот так сидеть здесь, смотри. Стреляют. Знаете, что это стреляется? Это машинка, которая убивает комаров. Можно вот так за круглым столом. Вот так они зоны отдельные сделали. Сейчас идут экзамены у детей, поэтому вот рестораны полупустые, а вообще бывает много людей. Вот я. Догадались, где я? Нужно же вам и дамскую комнату показать. А мне носик припудрить. Помой ручки. Смотрите, как будто вот мобильный держит. Зеркало вот так они вставили. А вот тут это комаров лупит, тут это штуковина и мух. А вы посмотрите, какое чудо. Это бамбук, ну какой-то такой сорт бамбука. Посмотрите, какие у него стволы. Прям резные, как будто это ножки у стола какого-то, сделанного вручную. Вообще, чудо природы. Господи, как же хорошо жить на свете в такой красоте. Ну вот только полюбуйтесь, ну никогда не видела, тут же бамбук, много растет бамбука, но вот такое вот прям не видела никогда, какой-то новый сорт. Ну вот, теперь отправляюсь я к нашему столику, а то я тут уже вечно с камерой бегаю по всему ресторану, все меня там ожидают. Но мне же хочется вам все-все показать. Мне кажется, мы тут на свадьбе мне были, мне кажется. Вот мне кажется, вот там на свадьбе мы были. Вот на Вики, нет? बच्चे लोग तो बैठे नहीं शुरू हो गए, बहुत मच्छर काट रहा है यहाँ पे। हाँ, पहले हम लोग वहाँ बैठे तो वहाँ पानी नहीं, अभी हम लोग जब घुसे थे ना तो यहाँ पे आ रहा था। हाँ, पानी का थोड़ा इसमें लाया था, हल्का यहाँ पर आया था। तो क्या है ना, उसी पानी को रिसाइकल करता होगा ना? वही ना।
ये वो देख रही थी क्या कलर का फूल है. Это пластик. Это принесли соусницы. Соевый соус. Это чили соус. Горький, острый. А это вот уксус и маринованный там перец чили. Вот, так, вот чатни и красный, это кетчуп. Тут вот напитки все, не безалкогольные. Тут супы, вот различные супы, том-ям суп тоже есть, манчу суп, кот суп, коттеншор, ну кислый и острый. Это кукурузный суп. Ну, в общем, разные. Я заказала, я люблю только грибной крем сливочный. Машрум крем суп. Здесь всякие закусочки из панира, машрума. Вот малайский кебаб, тандури, тут всякие, типа как шашлычки, но все это вегетарианский. Это вегетарианский ресторан. Тут вот есть сэндвичи, ну кому интересно, вот остановите на паузу, почитайте. Ну такие закусочки всякие. Бургеры, пицца, паста. Это все были закуски. Потом идет main course. Main course — это главное. Ну как у нас, главное блюдо, горячее блюдо. Тут вот печеные какие-то, спагетти тут, в общем, такое, что-то такое. Я тоже сейчас не читаю. Oriental cuisine, ну тут всякие макаронные изделия, спагетти, рис. В общем, такое все. Вот это все идет. Горячие блюда уже как не закуски. Хотя тут закуски тоже горячие. Я заказала себе машрум суп. А это вот манчо суп называется, такой вот с соевым соусом, вегетарианский суп, и вот такие жареные вермишель посыпаются, как хрустяшки, как сухарики. Вот пришел. Уси ко бидоли. Если я, мотлб, вы Казиранга видите, айнга. Вот дали такие вот сухарики с этим чизом, чесночок и чиз, сыр. И вот такой вот крем машрум. Вот такой у меня суп.
Это панир. हरा भरा कबाब है, मलाई टिक्का, पनीर मलाई टिक्का है, मशरूम टिक्का, बेबी कॉर्न और ये गोभी कॉलीफ्लावर। थैंक यू। सामने वाले को खिलाना है, खाओ ज़्यादा हो गया आपको। हरा भरा कबाब है। हाँ हाँ। जब जाना है तब आखिरी आखिरी देखो दिखाने लगे जब खत्म होने लगा। नहीं देखो ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम ना कर रही हो प्याज अब क्या है तुम उनको सिर्फ это все были закуски, теперь нам заменяют тарелки уже на большие тарелки. И в пиалушечке вот это райта, такое кисломолочное, райта с ананасом. Йогурт с ананасом. Итак, рожка с ананасом. Окрошка. German language. Какой-то вегетарианский называется фарш. कर्नाटका तक मैं अपने को लैंग्वेज समझ मुश्किल जाती है उसको आगे लैंग्वेज अपने को पहले ही जर्मन में क्या है जर्मन इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश नहीं है बहुत बहुत सारे वर्ड है को यह है नहीं क्या रहता है जो कॉमन वर्ड्स हैं जैसे आपको पानी पीना कोफ्ता मलाई कोफ्ता वेज कोफ्ता अच्छा वेज कोफ्ता बोलेंगे ना तो वतर ही बोलेगा टॉयलेट तो टॉयलेट ही बोलेगा मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका जो भी हो आप पढ़ सकते हैं जो आप बोल रहे हैं ना वो बोर्ड में कभी नहीं लिखा होता प्रॉब्लम वही है बोर्ड में नहीं लिखा ये भी तो थोड़ा अलग है सदा Эта лепешка называется гарлик нан. Готовится она в тандуре. Очень вкусная. Какие классные, да, вообще? Ты посмотри, какие у них ножки. Вот такие. И они еду дожевывают. Это в конце приносят нам такой освежитель для рта. ये जो ज्यादा खाया नहीं आएगा बिना बिल दिए भागना यहाँ से मतलब कितना खाया वो पता लगता है यहाँ से Тут такой проем. Субрат говорит, кто много поел, тут не пролезет. Но мы пролезли с Субратом. Это мы были в ресторане. А здесь вот это, вот видите, окна там горят. Это все вот эти гостиница и банкетные залы. Кулина. А что такое вообще кулина? Кулинария. Не знаешь, что ли? Нет. Кулинария. Кулинария. А, кулинария. А, от кулинария, от слова кулинария. Вашрум где? Вашрум там. Андарге. Андарге, да? Андарге. Удар, сидаджал. Зайдешь потом направо там. Это русская слова. А? Кулинария. Кулинария? Русская слова. Да. То есть это такой комплекс специально для свадеб, потому что когда идет индийская свадьба, она идет не один день, приезжают родственники и проходят все церемонии в банкетных залах, и не будут же из дому там приезжать все, ну тем более если иногородние родственники, поэтому снимают обычно гостиницу, там размещают родственников, и все, там на три дня прямо вот все туда переезжают, и там все это происходит, потому что там есть церемонии какие-то утром, какие-то днем, какие-то вечером. Это индийские свадьбы.
какой, какие лайт, смотри как. Да, тут тоже холл можно, да. Свадебный, там сцена есть. А здесь комнаты. Жили. Бетя, я га, фото карунги. Дар хе куч, декне ке лие лайк. Ача, ха, аруан. Хе куч? А паби соб е. Бос де бой ке са ту дар бете. Соб джен соб. Фото, фото. Аби джен соб. Бето, бето. Фрида фарничерс. Фарничерс ин дар. Вери найс. Апко груп ме диже. Не, аа дека деки ли на? Все, отправляемся домой. Thank you, Aman ji. Thank you. हम लोग तो जा रहे हैं भाई. घर पे तो जा रहे हैं. छोड़ना तो पड़ेगा भाई. ऐसा थोड़ी ना. हम लोग को तो छोड़ना पड़ेगा. गाड़ी तो उधर है. बोले मैं आपको घर छोड़ दूँगा. फिर वहाँ से आप गाड़ी लाके. हाँ.